Услышать просьбы людей и рассказать о реализации проектов в скором будущем. В Химках прошел региональный прием жителей по вопросам развития спорта в Московской области. В числе посетителей неравнодушные жители и тренеры команд. Например, Владимир Трунов, тренер юных баскетболистов в Химках, рассказал, что в городе не хватает площадки для тренировок. Мы тренируемся постоянно на съемных либо в школьных залах, и это большая проблема для нас. В спортивной школе более 500 детей тренируются разных возрастов, от 7 до 18 лет, мальчиков и девочек. Консультировали жителей депутат Государственной Думы Алла Полякова и Ирина Роднина, руководитель управления по работе с обращениями граждан партии «Единая Россия» Александр Рябцев, министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов и председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский. С тренером детской команды по баскетболу обсудили, как можно решить вопрос с тренировочной площадкой. Традиционно в Химках баскетбол. И мы тоже получили ответ по поводу вот тренировочного зала для спортивной школы по баскетболу, потому что это святое для Химок. Тоже этот вопрос прорабатывается и в ближайшее время будет решаться. Также люди обращались по вопросу ремонта зала для занятий греко-римской борьбой в Сходне, реконструкции стадиона в поселке Лунёво и других спортивных объектов Московской области. Наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев уделяет этому огромное внимание. Сегодня на новые объекты с удовольствием идут инвесторы. Более 70 проектов на территории Московской области сейчас уже рассматриваются инвестиционных, к чему мы очень рады. Поэтому ресурсы сейчас перенаправляем именно на ремонтные работы. Сегодня практически все запросы жителей были удовлетворены. Узнать график работы и записаться на встречу к депутатам можно через региональную общественную приемную «Единой России» Московской области по телефону или написать обращение на электронную почту. Александр Сергеев, Вильфрид Дымковский, новости Химки ТВ.